Новым, еще более интересным достижением нашей науки и техники является советская кругорама. Круглый зрительный зал. Со всех сторон экраны. Они расположены один над другим в два яруса. Фильмы можно показывать на 11 нижних экранах или сразу на всех 22. А наверху проекционные аппараты, передающие изображение, которое было одновременно снято всеми кинокамерами. Здесь все необычно. И вид экрана, и то, что приходится стоять для удобства кругового обзора. Ну и, конечно, само зрелище. Это один из эпизодов первого кругорамного фильма «Дорога весны». Познакомившись с чудесами кругорамы,